Сергей Лазарев рассказал, почему до сих пор не женился. Певец считается одним из самых завидных холостяков. Он построил блестящую карьеру, его окружают красивые женщины. Однако Лазарев считает, что для счастья этого недостаточно. К 39 годам артист еще ни разу не был в браке. Бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой признался, что сделал для себя выводы и решил не спешить в ЗАГС. «Для меня институт брака – некие рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары. Когда оба свободны, всегда есть ощущение, что они могут потерять. Свадьба – это прекрасный день, но штамп в паспорте очень часто расслабляет. Я свободный, ветреный и влюбчивый», – пояснил Лазарев. Сергей все свободное время уделяет детям от суррогатной матери – 8-летнему Никите и 4-летней Анне. В маленьком сыне он уже разглядел творческие способности, однако не спешит продвигать его в шоу-бизнесе. «Никита должен достигать успехов самостоятельно», – считает отец.